бурбон, но я его использую в основном только когда подписываюсь где-нибудь там в Инстаграме, в основном и на Ютубе. Вот. Надо, потому что я тебе назвал, все, я думаю, тоже назвать. Ага. Вот. Это тенденция, можно сказать. Наверное. Но он даже, я даже в творчестве его не использую, так только. В творчестве только от себя. У вас есть песня про пони или про лисицы? Пони и лисицы? Да. Так, все, про лисиц не надо. Ну... Я доберусь до этих животных. Он доберется до этих животных. Петр Первый до них добрался. А будет песня про геев? Это весело. О, Господи. Ого. Про геев, про пони, про лисиц, короче, это наша тема. Еще про карликов. А если это все вместе? Ну, если все вместе, это вообще идеально. Да, Петр, ты должен написать. А я напишу. Давай. Я тебя запишу, и будет на YouTube просто порвет от просмотров. Мне надо как раз просмотры поднять. И, в общем, поднять надо все. А то скоро мне монетизацию отключат, гады. Надо мне поднять просмотры. Надо что-нибудь отвратительное. А? Нет, я как бал сниму, у меня просмотры подскакивают. Как Серегу сниму, просмотры подскакивают. Как Петра сниму, просмотры. А остальное все как бы так унылое говно, типа. Какие-то деньги платят, да? Ну, там, $3 за 3 месяца. Ты что? $3.60? Капусту рублю в поле. Если я сочиню такую песню, хорошая. Давай, мы тебя выложим, и я обогащусь. И будем как бы договоримся. Мы договоримся. Будешь петь под столом. Или на столе.